Меня зовут Алена, и люди называют меня настоящая Рапунцель. Последняя моя стрижка была в 5-летнем возрасте, то есть 30 лет назад. В Инстаграме очень нравятся людям мои волосы, и очень часто я получаю предложения руки и сердца. Длина моих волос составляет около 6 футов. Я начинаю утро с того, что я причесываю волосы, я делаю себе массаж, увлажняю их разными спреями, маслами. С утра, конечно, больше времени занимает, около 10-15 минут, а вечером я только заплетаю косу, так что не так уж и много. У меня нет проблем, возможно, единственная проблема – это длина. Прям выйти на улицу мне тяжело, потому что они уже достигли той длины, которая подметает пол, то есть это единственная проблема. А так все нормально. Моя любимая прическа – это коса. И я собираю волосы в пучок, когда они в обычной жизни не мешают мне в бытовой сфере и при вождении. Сейчас у меня и своим дочерям я точно так же отращиваю волосы. А у меня сегодня очень насыщенный день. Я сейчас собираюсь в салон красоты, мне сделают красивую прическу, украсят красивыми украшениями. Далее я пойду отдыхать на пляж. Последняя моя стрижка была в 5 лет, мама меня подстригла, и с того периода мама рассказывала, что девушка должна ходить с длинными красивыми волосами, она мне рассказывала, что это очень женственно, красиво, я всегда буду выделяться, то есть я считаю, что началом моих волос это, конечно же, мама. С Аленой я познакомилась через соцсети. Я всегда была любительницей длинных волос, поэтому, когда я увидела эти волосы красивые, я решила написать. Алена мне ответила, собственно говоря, поэтому мы сейчас дружим, и я создаю красивые прически для Алены. Вы знаете, много лет я никому не доверяла. Естественно, доверить свои волосы человеку, который понимает в этом и любит волосы, это очень важно. И вот у меня к Алене любовь с первого взгляда произошла. Я чувствую, что она точно так же любит волосы, и у нас это обоюдно. Длинные волосы – это всегда ответственность. Это всегда про здоровье, потому что длинные волосы – это помимо того, что энергетика бешена. И человек, который отращивает такие длинные волосы, конечно, он за здоровый образ жизни. Мои подписчики очень радуются новым моим фотографиям, новым каким-то фотосессиям. То есть, конечно, когда свет увидел, что в мире есть девушка с такими длинными волосами, это привлекает внимание. Мужчины радуются, восхваляются моими волосами, длиной моих волос. И, конечно, очень часто хотят отношения со мной, звучат некоторые предложения руки и сердца. Просто приехать, чтобы они приехали, я приехала, встретиться. То есть абсолютно разные предложения поступают. Предлагали мне очень разные суммы, это и 100 тысяч долларов, и 200 тысяч долларов, и даже была сумма в 500 000. Я никогда не буду стричь, я никогда этого не хотела, не хочу и уверенно не захочу. Волосы – это часть меня, и я очень люблю свои длинные волосы. Когда люди называют меня Рапунцель, я чувствую себя принцессой из сказки.